В кировских школах создаются службы примирения. Их главная задача – помочь учителям, родителям и школьникам находить взаимопонимание и улаживать конфликты. Подобная служба уже существует в 14-й школе. Интересно, что наряду с психологами в ней работают и ученики. Подробности в нашей рубрике «Вести образования». Максим, расскажи, пожалуйста, что произошло в тот день? В этот день я пошел в столовую. Кадры учебного фильма наглядно демонстрируют работу службы примирения. Специалисты разбирают конфликт, произошедший между школьниками. Так создают условия для диалога двух сторон. А это первый шаг к разрешению конфликтной ситуации. А теперь тебе, Максим, понятно, почему Артур вел себя так в классе? Да, понятно. Герои фильма – сотрудники и ученики 14-й школы. Здесь накопили богатый опыт использования так называемой технологии урегулирования споров или медиации. Специалистов-медиаторов ей обучали эксперты из Москвы. Служба примирения в школе существует с 2011 года. Чаще всего в наше поле зрения попадают конфликты между учениками, в которых косвенным образом задействованы их родители как законные представители, а также конфликты между учителями и учениками, между родителем и учителем. По словам специалистов, серьезных конфликтных ситуаций, в которых необходима помощь службы, в школе происходит ежегодно 4 или 6. Это могут быть самые разные конфликты. Вначале специалисты разговаривают с каждой из сторон, затем организовывают встречу. Главное – прийти к компромиссному решению, которое бы удовлетворило обе стороны. Заканчивается встреча обычно соглашением. Примирительный договор, он юридической силы не имеет, но он важен для участников конфликта, для того, чтобы они исполнили ту договоренность, которая здесь прописана. Разрешать менее серьезные конфликты педагогам помогают сами школьники. Служба примирения – это целая команда. В нее входят также волонтеры, которые добровольно согласились взять на себя роль медиаторов. Десятиклассница Екатерина Волкова – одна из них. Она помогает разрешать конфликты своим сверстникам и младшим школьникам. Очень действенно. Дети примиряются, и как-то им проще общаться со мной, допустим, чем с педагогами, с какими-то. Они мне рассказывают более информации, ну, больше. Медиаторы признаются, иногда не удается примирить конфликтующие стороны. Тем не менее, эффективность служб примирения высокая. Сегодня они работают в нескольких школах города. В целом, службы помогают предотвращать повторные конфликты и способствуют уменьшению количества правонарушений. Если брать конфликтные ситуации, это непосредственно между ученик-ученик, драка. Да? То есть это не просто правонарушение, это уже преступление, да? Когда один нанес побои на другого, то таких правонарушений у нас нет вообще. Еще одно достоинство службы примирения – это обучение толерантному поведению детей, что способствует снижению количества конфликтов. Школьники с юного возраста учатся не только их разрешать, но и не допускать в будущем. Андрей Дозорцев, Руслан Быкасов, «Вести», Кировская область.